Вас вітає служба інформації телерадіокампанії «Гомель». У студії працює Наталія Ігнатенко. Глядіть у гэтым выпуску. Место сустречи – партизанская крынічка. У Гомеля ушанавалі память бойцов отрада «Большавік». Подяка за допомогу. Гоноровая грамота МНС Армении уручены тром жыхарам региона. Не улічыў дистанцию. У Гомеля маршрутка сутыкнулася с троллейбусом. Лето вернется. На наступным тыдні на Гомельшчыне будет до 30 тепла. А зараз об гэтым іншым больш падрабязна. Сустрэча пакаленняў прайшла сёння раніцай на мемарыяльным комплексе «Партызанская крынічка» пад Гомелем. Штогод мерапрыемства праводзіцца на месцы дыслакацыі партызанскага атрада «Бальшавік», які дзейнічаў у гады Вялікай айчыннай вайны. На мітынгу пабывалі нашы корэспандэнты. Кожным годам сведкаў ваенных часоў становіцца ўсё менш, таму кожна іх сустрэча – гэта сапраўды значная падзея. Аддаць даніну павагі, подзвігу загінуўшых герояў сабраліся ветэраны вайны і працы, прадстаўнікі органаў улады, прадпрыемстваў, грамадскіх арганізацый і моладзь. Традыцыйны мітынг-рэквіем праходзіць у 11 кіламетрах ад абласнога цэнтра ля мемарыяльнага комплекса «Партызанская крынічка». Удзельнікі ўскладаюць вянкі і кветкі да мемарыяла і ўшаноўваюць памяць загінуўшых хвілінай маўчання. Былыя падпольшчыкі і франтавікі – розных кутков в области вспоминают боевое минулое и своих товарищей. У меня переполняет чувство гордости за тех людей, которые отстояли честь и независимость нашей Родины. Действительно, герои. Сустрэча протягнулась у музея военной славы, где организаторы узгадали историю партизанского отряда «Большевик». И он был створен у жнивня 41-го года по час оборонных боев за Гомель. Першопочаткова у его состав уваходили 50 человек. У кастрычніку 43-го отряд был пераутворен у бригаду с той же назвой. Бойцы «Большевика» проводили диверсии на чыгунцы и автомагистралях, парализовали рух судов по раце СОЖ. Разом с частями Червоной армии партизаны удельничали у операции «Багратион». Тысячи километров железных дорог было взорвано, линий, связи, и это помогло нашим войскам обороняться в связи с тем, что не было подкреплений фашистским нападающим. Поэтому большое спасибо хочу выразить всем ветеранам, всем партизанам, всем участникам войны, всем, кто сражался в тылу врага. Здоровья, настроения, благополучия в семьях. И спасибо вам за наше мирное небо нашей синевокой Беларуси. До места боевой славы и про 10 годи идут удячные нашедки поколения мужных и отважных героев. Самые ширые слова подяки ветеранам, якія побач с нами. Вечная память тем, кто ахвяровал своими жыццями для свободы родной земли. Ганна Каральчук, Ольга Коновалова, Андрей Иванов, телерадиокомпания «Гомель». 30 год памяти и подяки. Жыхары Гомельской области атрымали ганаровыя грамоты Министерства по надзвычайных ситуациях Армении за удзел у ликвидации наступстваў разбуральнага спитакского землетрасения 1988 года. Гомельская область, першая из белорусских регионов, отгукнулася на трагедию армянского народа и отправила на допомогу зводный отряд. Наталья Валицкая и Людмила Веселова больше чем месяц готовали ежу для тех, кто займался ликвидацией наступства здарэння. Гомельчанин Виктор Нягрэй уваходил у состав группы, якая займалася узнаўленнем транспортных коммуникаций у потерпелым регионе. Узнагароды яны атрымали з рук надзвычайнага и паўнамоцнага посла Армении у Беларуси Армен Евандяна, який напередодні наведаў Гомель. Работали, как могли, помогали. Вот. Рано утром вставали, кормили людей для работы, для полноценной. Для... Вот. Поэтому старались, как могли. С огромной честью мы туда ехали. Это через Россию, через Москву. И первое, что мы занимались, это восстановлением транспортных коммуникаций. Для того, чтобы обеспечить поставку грузов, товаров, ну, выбрать лучшую стратегию сохранения мостов, которые все были разрушены, ну и целый ряд других сложных операций, которые решала наша группа.
Падчас візіту ў Гомель Армен Гівандзян сустрэўся са старшынёй аблвыканкама Геннадзем Салаўём. Размова ішла пра паглыбленне гандлёва-эканамічнага і інвестыцыйнага супрацоўніцтва паміж рэгіёнамі Арменіі і Гомельскай вобласцю. Надо развіваць то, што ў нас уже сложились те кооперационные связи, но мы также не исключали и наоборот говорили о обоюдной заинтересованности продвигать сотрудничество в инновационной сфере, в сфере высоких технологий, то, что должно уже определять и даже определяет лицо сегодняшней экономики. У первые 6 месяцев 2019 года свою продукцию у Армению поставляли 35 предприятий нашего региона. Усяго полторы месяцы засталося до важной республиканской подеи, якая будет тычиться кожного, кто живе в Беларуси. С 4 по 30 кастрычника Украине пройдя перепис насельництва. Об его особливостях и нововведениях журналистам рассказала наместник начальника Головного статистического управления Гомельской области Вольга Семенчукова. Подчас перепису предоставить информацию об себе и членах семьи магчыма трьма способами. Можно будет прийти на стационарный участок, дочекаться перепишчика по месту жихарства, або, и это упершиню, принять удел у перепису праз интернет. У Гомельской области будут працевать 1840 перепишчиков. Кожный отримает планшет с программой, у якую унесе информацию, отриманную от респондента, и одразу отправить электронный переписный лист у Белстат. Дарэчы, праходжанне перапісу таким способом у адрозненне от запаўнення папяровага ліста утрая сэкономить час и зойме ўсяго 5 хвілін. Акрамя того, сёлета ўпершыню можна скарыстацца интернетом для самастойнага праходжання перапісу. Калі ўсё ж таки чалавек вырашыць сустрэць перапісчыка дома, але хвалюецца, ці не махляр прыйшоў под яго выглядам, можна будзе патэлефанаваць у кол-центр Белстата. Што тычыцца пытанняў, на якія трэба будзе адказваць падчас перапісу, то максімальна іх будзе 49. 10 гадоў таму было 37. Цяперашні спіс утрымлівае і абсалютна новыя блокі пытанняў. Помимо основных вопросов, которые задают людям при проведении переписи, то есть это пол, гражданство, национальность, образование, на каком языке человек дома разговаривает. Будут задаваться еще ряд вопросов, которые не задавались раньше. То есть, например, у женщин старше 18 лет мы спросим, планирует ли женщина иметь детей. Также включен блок вопросов о миграционной активности граждан. Ну и, конечно, такое самое большое наше нововведение – это в эту перепись включен вопросник о сельскохозяйственной деятельности. Нумары телефона у кол-центра, подробязности проходжения интернет-перепису и остатние нюансы переписной кампании станут вядомыя ближе до яе старту и обовязково будут огучиваться у тым ліку про сродки массовой информации. У Беларуси збираюць ураджай кавуноў. Раней гэтая ягода лічылася экзотычной. Але с часом кавун стал своим не только на огородах, але и на промысловых плантациях. У гомельской глебе яны отчувают себе як дома. Технологию вырошивания полосатой культуры удосканальваюць на областной сельскохозяйственной доследной станции. Там побывала наш корреспондент Ганна Каральчук. 10 соток бахчы, 10 тонн соспелых кавунов. Сюды на поле рассаду поместили у червеня и накрыли пленкой. Каб выратвать от сёлетней засухи, зрабили кропельный полив. А каб выбрать придатные для Беларуси гатунки, выпробовали 3 десятки найменяў. Спынились на двух голландских гибридах, ранних Топ Ган и Романза. Покуль экспериментальные кавуны набирают слодыч, навуковые супрацовники расповедают, як вызначить спелость кавуна. Готовая ягода выдае звонкий гук при стуку, мае жёлтый бок и сухий хвост. Ураджайность бахчы сёлета складае 100 центнеров с гектара. Уборку мы начали выборочную 2 недели назад. Массовые приступим где-то примерно, может, недельки через 2. Тоже вот это сейчас пока такой период дозревания. Поливаем, подкармливаем. Все обработки проведены своевременно, поэтому урожай получили хороший. Кавуны у Гомельской областной сельскохозяйственной доследной станции вырошчивают 3-й год запар. Частка урожая отправится у лаборатории навуковцев, остатняя на прилавке. Дарэчы, арбуз «Беларусь» каштует на 20% танней импортной ягоды. Тем часом супрацовники установы активно собирают яблоки и груши. Первый коллекционный сад тут заложили 13 годов тому, а зараз на доследной станции вырошчивают 76 гатунков яблок и 18 груш. Древы першопочатково посадили, как проверить, как растут на Гомельщине гатунки выведены
вывезены не только в нашей области и інших регионах Беларуси, але и саджанцы российской, польской, голландской и нават американской селекции. Мы смотрим, как адаптируются вот эти сорта в наших условиях. Стоит ли ими заниматься? Или они как-то себя по-другому ведут? Или подмерзают? Подходят они для промышленного садоводства? Смотрим и по урожайности, и по болезням. Наши, например, белорусские сорта, они иммунные, требуют мало защиты. В коллекционном саду мы испытываем разные системы защиты разных фирм. И тоже делаем оценку урожая, оценку, как выглядят саженцы. За консультациями до навуковцев звертаются фермеры и агрономы. Помеж ими заусёды живый диалог и взаимный обмен опытом. Однако, кроме вывучения гатунков, коллекционный сад дает добрые урожаи – до 80 килограммов яблоков и 70 килограммов груш с одного древа. 6 месяцев этой голубики в феврале высадили на адаптацию, на укоренение. И вот за полгода получилось такое вот растение. А у цяпліцах доследной станции подрастают высокорослые буяки гатунку Early Blue. Саджанцы уже готовы до посадки у поля. Праз год яны будут вышиней до метра, а еще праз год дадут урожай. Ганна Каральчук, телерадиокомпания «Гомель» при подтримці АТН з Рогачевского района. Каля 700 специалистов у жніўні распачалі работу в установах аховы здоровья региона. Менавіта столькі врачоў были размеркаваны пасля навучання у ВНУ Украины. Об гэтым намеснік начальника Галоўнага управления аховы здоровья Гомельского аблвыканкама Михаил Змушко рассказал нашему корреспонденту Дмитрию Котову. Подрабязности в наступным сюжете. Сёлета в установы аховы здоровья областного центра размеркавана амаль 100 специалистов. Практычна усе яны выпускники Гомельского медицинского университета. Первое место работы отрымали у поликлиниках и службе медицинской допомоги. По-ранейшим запотребованными застаются урачи агульной практики, гинекологи, хирурги и педиатры. Але гэта не створяя серьезной проблемы для галины. Все консультативные приемы и нужды населения мы все-таки закрываем и решаем вопросы оперативным образом. Хочу сказать, что каждый год, в течение года, руководителями утверждается не менее 80-90 приказов о перезакреплении. То есть случается какая-то внештатная ситуация, и сразу же в оперативном порядке закрепляются для консультации в тех учреждениях, где эта помощь доступна и имеется на тот промежуток времени, который необходим. Со жніўня этого года у регионе працу распачали каля 700 медицинских специалистов с высшей эдукацией. Укомплектованность кадрами 96%. Гэтага достаткова, каб у полной меры оказывать квалификованную медицинскую допомогу насельніцтву. Способов шмат. До прикладу, телемедицинское консультирование. Сёлета им скористаліся каля 1000 жыхароў Гомельшчыны. Распаўсюджаны и выездные приемы специалистов областных установ у районных центрах. Отбывается так само поэтапный переход на оказание первичной медицинской допомоги урачами агульной практики. Зараз их доля больше за 85%, а в наступном годе она повинна повыситься до 100%. Врач общей практики – это многопрофильный специалист, наряду с терапевтической и педиатрической помощью оказывает помощь по наиболее часто встречающейся патологии – это хирургической, акушерско-гинекологической, эндокринологической, неврологической. И именно врачи общей практики позволят, скажем так, улучшить доступность и качество оказания медицинской помощи на местах. Важное питание у работе областной медицины – замацавание молодых специалистов. 4 из 5 после 2-годовой отпрацовки застаются на своих местах. Причины у тех, кто съезжая, самые разные. Наибольш популярные – измена семейного становища и жилевое питание. У регионе давно існує практика выделения кватер и местов у интернате. Зараз так само разглядается питание об унесении у коллективные договоры медицинских установ изменений, згодно якому тыя, хто здымае жыллё, змогуць разлічваць на выплаты ад 1 до 5 базовых велічыняў. Дмитрий Котов, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Да інших тем. У Гомелі маршрутное таксі сутыкнулася с тролейбусом, потерпела пасажырка мікраўтобуса. Здарэнне адбылося учора о палове 11 гадзіны вечара. Водитель маршрутки 1985 года нараджэння на скрыжаванні вуліц Савецкая і Хатаевіча не улічыў дистанцию до тролейбуса, які спыніўся на чырвоны сигнал і здзейсніў сутыкнення. Прыбыўшыя на месца ДТЗ работнікі хуткай меддапамогі агледзелі шестярых пасажыраў маршрутки.
маршрутки. Потерпела гамельчанка 1985 года нараджэння. Яна была доставлена в областную больницу и после оказания меддапамоги отпущена до дому. Дзяржаўтаінспекцыя нагадывая об необходимости заховывать такую дистанцию до транспорту, что рухается напереди, якая дозволяя позбегнуть сутыкнення у выпадку экстренного торможения або припынку. Канікулы без дыму і агню. Акцію пад такой назвай супрацоўнікі МНС правялі ў санаторыі «Рамантыка». Яе мэта – папярэджанне пажараў па прычыне дзіцячага свавольства. У праграме акцыі тэматычны брэйн-рынг і эстафета з элементамі пажарна-выратавальнага спорту. Праблема дзіцячага свавольства з агнём у Гомельскай вобласці стаіць востра. За 7 месяцаў года па гэтай прычыне адбыліся 4 пажары, таму так важна своечасова знаёміць дзяцей з асновамі бяспечных паводзінаў. За летнія канікулы выратавальнікі правялі прафілактычную работу сярод 30 тысяч дзяцей і 5 тысяч дарослых. 19 жніўня ў Беларусі стартуе цыкл мерапрыемстваў «Дзеці ў цэнтры ўвагі». Выратавальнікі заклікаюць бацькоў, а таксама старэйшых братоў і сясцёр далучыцца да навучання бяспецы дзяцей і, вядома, ні ў якім выпадку не пакідаць малых без нагляду. І да навінаў культурнага жыцця рэгіёна. У Ляскавічах завяршыўся абласны пленэр драўлянай скульптуры «Ажыўшая даўніна». 10 майстроў на працягу 10 дзён стваралі малыя архітэктурныя формы па матывах твораў Якуба Коласа і Івана Мележа. Члены журы ўважліва аглядаюць кожную работу, мастацкія якасці, арыгінальнасць вобразаў і тэхналагічныя прыёмы разьбы. Кожную скульптуру трэба ацаніць па некалькіх крытэрыях і выбраць лепшую. Сярод удзельнікаў пленэра няма аматараў, кожны мастак профессионала, тому выбрать лепшие работы непросто. Было очень сложно, потому что все работы сделаны, во-первых, они каждый автор в отдельности, но все вместе они создают впечатление жизненного пространства. Здесь своя жизнь идет. Вот, и она достаточно интересная. В каждой работе есть свой какой-то сокровенный смысл. В ней, в каждой работе живет душа художника. Андрей Афанасенко из городского поселка Октябрьский упершиню прямая удел у пленера «Ожившая даунина». Дед Талаш и его собака Гультай. Миновито гэтые образы майстера в особе у древе. С живелой было простей, а вось при работе над скульптурой деда Талаша пришлось многому улучшиться по ходе. Не глядячи на гэта, по словах скульптора, усе задумки и почутці атрымалася перадать. Вот это моя первая скульптура именно в образе человека. Я никогда раньше не вырезал, это вот была моя вот первая скульптура. Ну и чему-то, да, вот чему-то учишься, где-то там что-то примечаешь, где-то здесь, как глаза, ну, как веки. Ну, как-то так. Есть везде нюансы, это надо учитывать. Народный майстер Беларуси Василь Силков с Гомеля звернулся до Мележевской полесской хроники и не помылился. Его работа отримала диплом первой ступени. Лава для закаханных со скульптурой Ганны станет упрыгоживанием любой локации. Майстер признается, что любит працовать над жаночими образами. Подобается жаночие образы, так. Там у нее у женщины там гармоничны, там кветки, женщины, там прыгажосць, гармония. Фіналам пленэра драўляных скульптур «Ажыўшая даўніна» стала цырымонія ўзнагароджвання. Пераможцы і ўдзельнікі атрымалі дыпломы і падарункі. Аднак, на іх думку, гэта не столькі спаборніцтва, колькі добрая падстава для аднадумцаў сабрацца разам, падзяліцца сваімі ідэямі і задумкамі. А скульптуры, створаныя падчас пленэра, упрыгожаць Петрыкаў. Максім Савін, Ігар Марышчынка, тэлерадыёкампанія «Гомель» з Петрыкаўскага района. Городские мемы. У Гомельском музее истории друку и фотографии открылась выстава фотокорреспондента газеты «Советский район» Марии Амелиной. 30 фотографий выкананы у жанры репортажной сдымки. Мария больше как 10 годов працуя у сродках массовой информации и адлюстровывая яркие детали повседенного життя. Непадробные эмоции. У здымках дзяўчынкі з вераб'ём, скачку экстремала або сустрэчы закаханых. Героі яе фото ператвараюцца ў гарадскія мемы і збіраюць сотні каментарыяў у інтэрнэце. Гісторыю стварэння кожнай фатаграфіі Марыя распавяла гасцям, якія прыйшлі на адкрыццё выставы. І раскрыла галоўны прынцып работы. У фатографа павінны быць чыстая душа і брудныя каленкі. Мы, когда снімалі ремонт ДК культуры железнодорожников, это было, ну, еще я работала в «Ведомостях», и мне пришлось, я решила снять вот такой вот кадр, у меня был он в голове. Я была в сапогах на каблуках, и там была жестяная крыша, скат жестяной, и мне, значит, вот эти вот рабочие, они меня вели по крыше, по ответственной практически крыше,
Я добралась самому козырьку на каблуках, чтобы сделать такой кадр, потому что ну, в это время у меня ничего не было в голове, кроме желания исполнить свою идею. Убачить городские мемы Марии Амелиной можно до 7 вересня. На наступном тыдні у Беларусь вернется лето. Уже завтра выгляне солнце. Будет пераважно без опадков и до 23 градусов тепла. У початку наступного тыдня надворье в основном будут формировать теплые поветренные массы, которые поступают из Заходней Европы. Прикметно теплейшими станут ночи. Минимальная температура поветра чекается 12 до 18 тепла. У разгар дня поветра будет прогреваться до плюс 28-30 градусов. Однако такое летнее надворье протримается недолго. Ближе до конца тыдня знов стане свежей. Гэта я так сама іншыя навіны вы можете знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvergomil.by. На гэтым выпуск завершаны. Удалых вам выходных дзён і да новых сустрэч у эфіры.